Танцы, трогательные песни, слова поздравлений и слезы расставания. Все по-взрослому. В Губкинском прошел общегородской выпускной бал «Дошколят. Скоро в школу». В зале спортивного комплекса собрались 362 будущих первоклассника. Родители и гости праздника поздравили ребят с началом нового жизненного пути. Репортаж Елены Каниной. Нарядные, красивые и немного растерянные под музыку в зал входят будущие первоклассники. Всего 362 ребенка. Торжественное и трогательное событие, выпускной бал для дошкольников, состоялось в зале спортивного комплекса. Все выпускники нашей школьно-образовательной организации сегодня готовы к обучению в школе. В связи с этим я хочу поблагодарить в первую очередь вас, уважаемые родители, за воспитание таких замечательных, прекрасных детей. Хочу выразить слова благодарности заведующим детских садов и всем коллективам наших детских садов за плодотворную работу в этом учебном году и за их профессионализм. Яркие образы, веселые песни и танцы выпускники детских садов города в этот день зажигали не по-детски. Сегодня они главные на этом празднике. Ребята читали стихотворения, отгадывали загадки, а еще показывали свои знания и умения, которые приобрели за годы, проведенные в детских садах. Я, конечно, буду скучать по садику, но я хочу в школу. Мне нравится в школе, я буду учиться писать, читать. А ты уже умеешь читать и писать? И кто тебя этому научил? Я сам научусь. Я буду там учиться, ну, и я хочу, чтобы у меня были пятерки только и шестерки. Если ребята радовались, то родители в этот день немного грустили, ведь их дети сегодня стали чуть взрослее. Дети растут, а это очень радует, потому что они изучают новое. Их ждет впереди знания, так что мы только будем стараться помогать им и желать успеха в будущем. Все-таки в школу идет первый класс. Немножко тревожно за него. Это первый выпускной бал в жизни детей. Красивый, но одновременно грустный и трогательный праздник. Впереди у ребят новые радости, переменки, звонки, прописи с букварями, школьные товарищи. И чтобы этот день надолго остался в памяти, ребята вместе с родителями, загадав сокровенные желания, выпустили в небо воздушные шары. Елена Канина, Руслан Утанов, новости Губкинского.